Свекольный салат, сам рецепт мне сказали, сколько апельсин нужно, как нарезать, сколько меда и так далее. Так вы посмотрите эту передачу, и там как раз должно быть все это. По крайней мере, вы увидите, какая там пропорция, сколько кладем. Зевота, про зевоту, спасибо. Так. Юрист, это на опыт 10-летний. Вот он пишет 5 дней назад. Автомобиль крайне надежный, но инженеры, разработающие его, наверняка отходы человеческого организма не употребляют пищу. И было бы весьма разочарованно, узнав, что кто пользуется их выдающейся продукцией. Да? Слегка недоведенную до копечения мочу жены по-прежнему пьем. Это, я так понимаю, вопрос. А то ведь бедный Валерий Викторович Хрыкин. Да, ну что ты, ё-моё. Ну, ребята из ООО AG Company по делу 33-24-69-20-13 не знали интимных подробностей, когда размещали изображения на упаковке своей продукции и не были околдованы малаховскими уриночарами, не правда ли? А при чем тут это? При чем тут это? Что вы хотите меня подцепить? Прежде всем, юрист Днепр, меня подцепить, надо сначала узнать, почему вот это вот дело было, кто инициатор, чем это все это кончилось, из чего началось. То есть вы слышали звон, да, не знаете, где он. Вот узнайте, а потом что-то будете говорить и рассказывать.